Играют футболисты очень опытные. Это при том, что нет еще Невина Субботича, защитника Дортмундской Боруссии. Сразу же сербы отвечают. Забивают мяч в наши ворота. К сожалению, Невина Субботича нет и в составе сборной России тоже. 1-1 на 31-й минуте матча. Это Филипп Джорджевич. Тадич навешивает здесь Душан Баста, опережает всех далее из пределов вратарской. Бьет по воротам Филипп Джорджевич. Очень просто и очень четко. Вот такие вот дела.